ты сегодня же не зайдешь в школу, я не знаю, что я с тобой сделаю. Ну. Завуч третий раз вызывает тебя. Ты отец или не отец? Отец? Ну, не будем ссориться, Любаша. Отстань. Если сегодня ты не зайдешь в школу, я перестану с тобой разговаривать. Зайду. Клянусь, Любочка. Андрей, это дело серьезное. Послушай, что мне? Отец, а во всем остальном, Любань, ты абсолютно права. Я тебе еще покажу. Следующая остановка 5-й микрорайон. Доброе утро, товарищи. Здравствуйте. 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 Привет. Леночка, документацию оформили? Да, Андрей Васильевич. Михайлову звонил? Нет. Позвони, пусть зайдет. Хорошо.
От тебя. Слушай, я вам вчера еще говорил, что мы все передали. 28-ю тоже. 29-ю. Сейчас, одну минуту. Да? Это вас. Проверьте себя в отделе. Да. Полностью оформили? Угу. Угу. Посмотрите. Хорошо. Да. Буду обязательно. У кого материалы по стандартизации формы 27? Их, наверное, отдали в отдел реализации. Этого еще не хватало. Что такое, товарищи? А, здорово, старик. Беда у нас. Сашка умер. Не может быть. Сгорел. За 2 месяца сгорел. Такие, брат, дела. Сегодня похороны на Петровском. 3. Ты будешь? Ну, о чем разговор? Слушай, Кондратьев, а как... Сегодня у шефа совещание в 4. Всем быть. Само собой. Mm. Проходи, Сонечка. Все хорошеешь, Сонечка. Да ну вас. Все комплименты говорите. А на Гамлета сводить никто не догадается. А у кого билеты? У Ермоленко. Только он не даст. Кому не даст? А кому? Ермоленко, слушай, ты искал комсомольцев, дружинников? Ну? Даешь 2 билета на Гамлета, я дежурю. Не получится. Это почему? Гамлет сегодня вечером, и дежурить нужно сегодня вечером. Гамлет в 7 начинается, а хулиганы позже. До полночи ходить будешь? Как штык.
Да. Сейчас. Когда? Сегодня. У себя? Угу. Александр Иванович, разрешите? Я к вам по поводу совещания. У меня есть один вопрос. Я хотел бы кое-что выяснить, но боюсь, что не успею к началу. Мне необходимо быть на кладбище. Мой близкий друг сегодня. Понимаете? Ну что ж, Андрей Васильевич, возьмите мою машину. Я позвоню диспетчеру. Спасибо. Я понимаю, такой случай. Большое спасибо. Куда? На кладбище поедем? Да. Но сначала в Химки. В 21-ю школу. Угу. Давай. Потапов. По поводу сына вызывали? Да, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Вера Михайловна. Вера Михайловна. Мою маму звали тоже Вера Михайловна. Очень приятно. Прелестное имя. Спасибо. А я что, не вовремя? Вы торопитесь? Да, меня ребята ждут. Сейчас звонок будет на урок, понимаете? Понимаю. Вы не могли приехать часиков в 7? Понимаете, милый, никак. Никак не могу. У меня срочная командировка на Таймыр. Вы в двух словах. В двух словах никак нельзя. Мальчик плохо учится, ленится, постоянно опаздывает, врет на каждом шагу. Убью. Нет, ну зачем же так? Просто нам с вами нужно серьезно поговорить, подумать. Знаете, ведь все-таки ребенок. Хорошо. Я через 2 месяца вернусь с Таймыра и прям приеду к вам. А пока, милая Вера Михайловна, вы, пожалуйста, возьмите моего Аболтуса под персональный контроль. Договорились? Ну, попробую. У вас какой размер ноги? Зачем вам это? Унты хочу вам привезти. Унтайки, меховые. Да что вы! Нет, нет, не спорьте. Все решено, решено. А сейчас не буду вас задерживать. Понимаю, дети ждут. До свидания.
Так, братцы. Отдел реализации предоставил данные отделу стандартизации, но документация по-прежнему задерживается. В этих условиях дирекция не может помочь ничем. До тех пор, пока оформление документации будет задерживаться, отдел реализации будет опаздывать с графиком. Начальникам отделов следует обратить особое внимание на согласованность в действиях по выполнению плана. Если в прошлом квартале первые 5 секторов шли с опережением графика соответственно на 8,7, 9,5, 7,3, 10,1, 12,3%, а отделы, начальники которых присутствуют здесь, в среднем опаздывали по ряду позиций на 4,8%, то в этом квартале картина выглядит следующим образом. По первому сектору плюс 3,4, по второму плюс 0,4, по третьему минус 0,2, по четвертому плюс 0,05, по пятому плюс 0,6%. Как сдавайся, видите, товарищи, отец. Необходимо немедленное выравнивание показателей года выполнения графика. Из всего сказанного я думаю ясно, что отделы справляются с заданиями удовлетворительно. И если мы выровняем показатели, то квартальный план будет выполнен в срок. Ну что ж, товарищи, если ни у кого нет вопросов, я буду закругляться. У меня есть вопрос. Пожалуйста. Как дирекция думает решить вопрос с реализацией отходов при выпуске продукции в условиях новых стандартов? Ну что ж, товарищи, я думаю, что проблема реализации отходов в условиях, о которых я здесь говорю, в целом будет решаться комплексно по всем отделам и позициям. Ходи. Однако тут возникает проблема, у нас есть полчаса. Мы пока не можем решить вопрос планомерной реализации продукции. Гул затих. Я вышел на подмост, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, случится в нем бегу. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, Абба отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не боль. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть и видеть сны? Йорик. Где же теперь твои смешные анекдоты, твои каламбуры, твои смешные выходки? Где заразительные веселья, охватывавшие всех за столом? Что, ничего взамен, чтобы позубоскалить над собственной беззубостью? Полное расслабление. Ну, затянули. Сонечка, мне нужно отлучиться на минутку, позвонить. Хорошо? Спасибо. Программки кто желает?
Сонечка, я сейчас домой звонил. Алешка заболел. Температура у парня 40. Ну, ничего страшного. Грипп, наверное. Так что мне, видимо, придется домой поехать. Вы уж извините, кавалер. Да что за глупости? Конечно, поезжайте. Ваш участок сквер и район кинотеатра. Дежурить надо до 12 ночи. Я буду до часу ночи, поскольку опоздал. Ну что вы, хватит до 12. Распишитесь вот здесь. Закурим. Держи. На полянку, шеф. Ты... Я. Можешь меня впустить, можешь прогнать. А можешь постелить меня в прихожей, вместо коврика. Добрый вечер, товарищи. Сегодня мы приготовили для вас довольно необычную программу, в которой мы покажем вам новые фильмы, которые мы уже давно обещали вам показать в нашей кинопрограмме. К нам в кинопанораму... Почему исчез? Почему не приехал ни разу? Не позвонил? Молчи, милая. Не говори сейчас ни о чем. Мы познакомим вас с новыми работами наших французских.
уже уходишь? Да. Побудь еще немного. Не могу, никак не могу, милая. У меня там такси внизу стучит. Негодяй. Мерзавец. Ну что ты? Глупенькая. Я ж пошутил. Это же шутка. Убирайся. Как ты мог? Если хочешь, ударь меня. Пошел к черту. Да. Жаль. Жаль, что мы так расстаемся. Долго, товарищ. Мне парт пора. Все в порядке, шеф. Все будет оплачено. Жми в химки. Сегодня доменщики и сталеплавильщики Украины начали выдавать металл в счет апреля. Энергетики Новочеркасской ГРЭС на 3 месяца раньше срока освоили последний 8-й турбоблок. Первые эшелоны продукции отправили сегодня новостройкам предприятия цементной промышленности Казахстана. О спорте. Итак, хоккей крупным планом. Репортажи о нем будут слушать, хоккей будут смотреть. Его турнирные коллизии заставят множество людей радоваться, огорчаться, спорить. Из-за него сегодня будут переживать не только в исконно болельщицких вотчинах этой динамичной игры. Так Алжир и Испания... Я с тобой еще поговорю. Заставили работать в дружине, дежурил. Хотел позвонить. Все время было занято. Телефон что-то барахлит. Надо мастера вызвать.